Эй, ребятки, дорогие мои, я вас всех приветствую, душевно приветствую. У нас сходка на ПК в честь 70 тысяч подписчиков на канале. Долго-долго ждали пока игроки, потому что ждать было действительно немало. Ну вот мы собрались, вот ребятки подошли. На данный момент в сессии 27 человек. Я надеюсь, что сессию мы добьем. Вот эти люди, привет вам, если вы уже у нас в сессии есть. Есть люди, которые только подошли. Погнали, погнали, ребята. Уху. Давайте устроим 70 тысяч залпов, пожалуйста, нам. Ах, блин. О, да. Вот это я понимаю, ребята. Вот это да. Так, ребятки, вот такая вот у нас компашка сегодня собралась. Не то чтобы прямо сильно большая, но я каждого искренне рад видеть. Всем привет, всем спасибо, что пришли. И это сходочка, где мы вместе поиграем, вместе что-то поделаем. Крутить колесо, потом будет наша забава с Фантом Веджем, как всегда, и байками. Вот тут есть и спонсоры, и модераторы, и все-все-все, кто может быть. Нас 29 человек. И сейчас я отдам ребятам команду, чтобы мы все дружно поехали за мной. Итак, ребятки, мы выдвинулись в сторону казино, и я надеюсь, все пройдет очень даже неплохо. Сейчас посмотрим, кому как повезет в колесе. Ну, казино тут недалеко, мы уже видим его немножечко. Так, сейчас главное не врезаться никуда. Теперь надо припарковаться, я думаю, оставить где-то наш замечательный байк. Паркуемся, ребята. Мы идем ко входу, не торопясь, не спеша. Я и моя банда. Потому что мы банда. Мы деремся прям как Ванда. Отлично. Так, ребятки. Ну что, обчистим это злачное местечко. Все, мы пришли сюда тусоваться. Так, хорошо. О, все пошли за ежедневной наградой. Так, давай, женечек, крути. Мы будем ожидать сейчас. Камеру отдалю немножечко. О, ну это понятно. Нормально мы тут собрались, да? Неплохо. Так, что у него? Ну, футболка. Ай, блин. До тачки не дошло дело, да? Первая тачка. Первая машина выигрышная. Ну что, моя очередь. Я дождался наконец своей очереди. Ой, ну давайте. Что ж мне выпадет-то? Крутим. Ура! Давай, крутись. Так, тачки не будет, я смотрю. О, 15 фишек. Да. И вторая машина. Ха! Офигеть. Вторая тачка. Закручение. Ну, очень много людей, у которых деньги, фишки, РП. А вот и они, а вот и люди, а вот и толпы народу. Смотрите, я тут украшал все. Так, гости, это мои подписчики, друзья и родственники. Давай-ка, налей-ка мне. Берем самое крутое бухло, ребята. Празднуем, празднуем 70 тысяч подписчиков и идем дальше, конечно же. Те, кто на консоли, не расстраивайтесь, останется совсем... Не так много времени, будет и там сходочка у нас. 75 тысяч. Доберем и все. Так, давай, тряси, 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 тряси. Тряси, тряси, тряси. Давай, 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 поливай всех, поливай всех. Уху, поливай. Пьем, ребятки, пьем, ловим брызги ртом. Давай. Это еще не самое веселое, ребятки. Оп. Ни хрена себе. Вот это да. Сейчас опять меня заглючат, да? Походу. Немножечко интима, девчонки, пацаны. О-о-о-о.
какой я малинник попал. Нормально, ребята. Всем привет. Шоколадный сухофрукт. А что, единственная тут шоколадка? Ребятки, не ешьте меня. Я вам еще пригожусь. Теперь, ребята, мы едем на главное развлечение нашего смертельное дерби. Сейчас объясню ребятам правила. Итак, ребятки, все собрались, все вроде, как говорится, готовы к нашему мероприятию. Я всех выстроил непосредственно участвовать и знать, что им делать. Один Вячеслав в костюме гангстера из Италии приехал. Так, все, я иду на свою позицию к своему транспорту. Мы стартуем. Так, ребята, у нас уже тут почти стемнело к тому времени, как мы начали что-то делать, так? Сейчас, я думаю, мы должны уже выйти на них, на этих ребят. Давай, давай. Вали их. Так, ну кого-то мы сбили все-таки, Так, во, нормально. Так, что-то у нас тут плохо с поворотами совсем. Давай. Блин, все разбредаются и становится тяжело с ними воевать. Давай. Ни хрена себе тут устроили. Тут некоторые мухлюют, они на байках, которые прыгают. Это против правил, на самом деле. Это неправильно. Ой, давай, куда ты поехал? Хрена себе. Так, давай. Так, ребята. Ну-ка, сейчас мы вас оприходуем. Офигеть. Вот это жесть. Так. Кто у нас тут? А, блин. Маленький. Оу, неплохо. Да, ребята, неплохо. Блин, тяжело поворачивать, конечно. Воу. А, думали хитрые, да, такие? Думали такие хитрые. На, блин. Эй, нахрен, я сказал. Я вашу тактику прокусил. Жестко. Вот это жестко. Ту-ту. Куда? Аху, хитрожопые. О, да. Ох. Так, давай. О, нормально. Ах ты, хитропупые. Ну их мало уже осталось-то. Их уже осталось очень мало. То есть половину я выбил, наверное, уже людей. То есть остались самые такие, видать. Так, кто-то там едет не по тому кругу, по которому надо ехать. Блин, вот плохой транспорт в плане поворотов, конечно. Неудобно на нем кататься, когда вот так вот на поворотах он очень хреново себя чувствует. Так, давай. А! Поворачивай, падла. Надо с тормозом уходить, я понял. Хо-хоу. Так, ребята, сейчас мы вас немножко подождем, а то вы такие хитрые у нас. Так. Но. Опа. Кого-то мы сбили все-таки. Так, ну-ка. Ну, я смотрю, у нас немного народу осталось уже как-то. О, замечательно. Так. Давай. Блин, ну он неповоротливый. Ай, падла. Неповоротливый. Эй, Ирина, куда нахрен? О. Так, идите сюда, маленькие паршивцы. О, неплохо. Хотя, по-моему, он не сбился, да? Так. Тут не все выживают, к сожалению. Давай. Выходите ко мне, выходите, черти. Блин, ту-ту. Опа. Да, детка. Да, куда ты поехал? Опа. Я Джека выбил. Итак, ребятки, наше мероприятие на ипподроме подошло к концу, и мы идем дальше.
Когда человек приехал на Чернобоге, я вспомнил, как мы с Серегой развлекались однажды. Как мы с Серегой однажды устраивали веселье именно на таком транспорте. Опа! То есть мы делаем подкидывание, и люди подлетают высоко-высоко. Опа! Так, нахрен. Так, а ну пошли. О, нифига, чувак, улетел. Давайте я вас покидаю, потом вы меня. Так, демон, я думаю, тебе надо полетать немножечко. Ай, блин, говно какое. Ой. Давай, ну-ка. Ой, верное дерьмо. Тихо, тихо, тихо. Нельзя же так с людьми обращаться. Так, ну-ка. Давай, так. Дай-ка я запрыгну. О, давай. О, нифига себе. Высота. Ну-ка. Так, обратно. Дай-ка мне на дуло залезть. Уху, нифига себе. Нет, нет, нет. О, нет, куда? Хрена себе. Еще на лопасти, да, вон под вертолет. Нас расшвыривают, смотрите. Эй, что это? Нифига себе. Вот это да. Неожиданное дерьмо, я бы сказал. О, еще один приехал. Отлично. Этот уже ожидает, да, уже лопасти свои подставил. О, нет! Фу, пронесло. Так, я думаю, пришло время в автобус садиться. Так, давай-ка. Так, ребятки, мы едем. Едем в Малс. У нас теперь следующая остановка Кайо-Перика. Ой, неплохо, неплохо, повеселились. Вы, конечно, эпизодично все видите, я не все показываю, потому что мы периодически паузы делаем, но тем не менее... Ребятки, соблюдайте правила, тут люди все-таки... Ой, здорово, брат. В общем-то, мы потихоньку приближаемся, сейчас у нас будет отдых и массовое мероприятие на пляже. Итак, ребята, я смотрю, выпить там не получится, там, походу, хрен выпьешь. Так, ну-ка. Давайте танцевать, ребята. Надо как на дискотеке в круг вставать и танцевать. Чё такая женщина большая, я понять не могу. Охренеть. Больше меня в два раза. Женщина, я не танцую. А, хотя танцую. О-о-о-о, это что еще такое? Ха-ха, нифига себе, не видел такой заставки. О, у нас новые диджеи. Так, что у нас есть? Ну, это я не буду. Давайте, Ричард. Давайте вот это выпьем. Так, ребятки, за ваше здоровье. У нас пляжная вечеринка. Давай, налей-ка мне немножечко. Сейчас пойдем плясать. О, ай, блин, что это за танцульки-то? Офигеть. Что это такое? У нас своя дискотека. Опа, опа, Америка, Европа. Шоколадный мармелад. Я всегда такому рад. Опа, опа. Шоколадный сухофрукт. Ты мой друг, а не твой друг. Я думаю, самое время пойти искупаться. А то мы что-то даже и не поплавали как-то совсем. О, тут кто-то в одежде плавает. Вот, ребятки, мы собрались все вместе. Почти вместе. Там у нас кто-то один гуляет, я смотрю. Не дошел он до нас. До нашего момента. Вот так собрались мы все вместе. И сейчас мы пойдем в город. У нас новая миссия, ребятки. Мы собрались для очень важного дела. Сейчас я проведу своим бойцам брифинг. И мы начинаем. Эта база явилась злосчастным местом, где собрались мои хейтеры. Они дизлайкают видосы, они пишут всякое дерьмище в комментариях, и с ними надо разобраться. И мы сделаем это самым радикальным образом, который может быть.
Я думаю, мы накажем всех этих ублюдков. Вон они. Так, вали, вали всех, кто тут есть. О. Тут даже не видно никого толком. Они не успевают появляться даже тут. О, привет. Просто они ничего не могут нам сделать. Их тут мало слишком для такой войны. Во-во, пришли еще. Еще пришли. Ох ты, ё. Фига себе. Так. Охренеть. Что-то тут уж совсем как-то жестко становится. Отлично. Нифига он там хреначит. Куда мы попали? Уху. Жесть. Итак, ребятки, прошла информация, что оставшиеся хейтеры засели в тюрьме. Оказывается, там были далеко не все, поэтому там и не было такого сопротивления. Ребята уже внутри, я думаю, они уже... Давай, ували их всех. Какой же здесь ад, это пипец просто. Это просто жопа какая-то. Ах, давай. Все, тюрьма наша, по сути. Тут уже никого не осталось, одни трупы. Одни трупы и вертолеты. Вали их всех. О, нормально. Так, у нас тут уже, я смотрю, артиллерия подошла. Пойду я воссоединяться с нашей бандой. Жесть. Все, пришло время нам отступать. Задание выполнено, все уничтожены. А копы? Копы отстанут. Ох, ну что ж, ребята, я думаю, на этом можно подвести нашу сходочку к логическому завершению. Мы очень классно погуляли, мы много чего поделали. Разнообразие у нас какое-то да было все-таки, так или иначе. И я думаю, все эти 2 часа мы провели все хорошо. Я уж точно хорошо, остальные пусть пишут у себя в комментариях. И теперь нам остается только собраться и, соответственно, сделать финальные фото всем вместе и распрощаться до следующих мероприятий, стримов и так далее. Это было очень здорово. Ох, как вы видите, у нас вот такие люди, 28 человек, некоторые повылетали от наших боевых действий. О, и мы уже потихонечку собрались там, где и все начиналось. Да, надо заканчивать там, где все начиналось. Ох, да, это было очень эпично, здорово. Во-первых, хочу поблагодарить всех своих подписчиков, зрителей, кто пришел, кто поддержал, кто со мной, кто смотрит, лайкает, помогает каналу и мне лично. Спасибо всем тем, кто оказался на сходке. Надеюсь, вы остались довольны. Я постарался как-то, чтобы мы не скучали. А там уж такой толпой скучать, я думаю, все равно не получится, так или иначе. Ну что ж, ребятки, всем спасибо, всем до новых встреч. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал, если вдруг попали внезапно на этот ролик. А если вы были на этой сходке и заходили и с нами играли, то, конечно же, напишите об этом в комментах обязательно. Тоже лайкосик ставьте и показывайте это видео друзьям и всем, всем-всем, кому это может быть интересно. Выкладывайте свои соцсети и так далее. Я думаю, было все просто зашибенно, ребятки. Давно я так не веселился. И в отличие от сходок на ПС-ке, хочу подметить, что здесь хотя бы чат есть. И можно посмотреть, что люди пишут, что люди вообще рассказывают. Так что это не может не радовать, конечно. Ох, жесть, конечно, жесть. Нас окружили, но нам насрать. У нас толпа и тусовка. Ну что ж, ребятки, было классно. Будем ждать следующих мероприятий. Не забывайте приходить на стримы. Всем рад, всех обнимаю, всех люблю. До новых встреч. Пока.